Ряды образовательных акций расширяются. Тотальный географический и этнографический диктанты теперь дополнит и избирательный. Его инициатором выступил избирком Хакасии. Стартует акция уже в ближайшую субботу. Пройдет диктант 22 апреля на 7 площадках. В Черногорске, Саяногорске, Шира, в Абакане, в училище Олимпийского резерва, в ХГУ, Института истории и главном. Начало акции в 11:30. Каждый участник получит бланк с 50 вопросами на тему избирательного права. Жители республики смогут проверить свои знания и через интернет. Для этого на сайте правительства Хакасии нужно выбрать соответствующий баннер. Кстати, каждый участник акции сможет получить сертификат. Победителям избирком вручит подарки. По результатам проведения данной акции смогли скорректировать свои учебные программы, выстроить свою информационно-разъяснительную деятельность более полно, потому что впереди у нас большая избирательная кампания, в частности в 2018 году это выборы президента Российской Федерации. Кроме этого, республика плавно перейдет и в выборы органов государственной власти Республики Хакасия.